Ивановский офис ассоциации «Голос» вновь одержал победу в суде. На этот раз оспаривался недопуск представителя газеты в помещении для голосования по итогам президентских выборов. Фрунзенский районный суд города Иваново признал действия председателя участковой избирательной комиссии номер 87 незаконными и нарушившими права представителя СМИ. Мы-то, в общем, по итогам оставляем с собой право обратиться в компетентные органы для введения административных дел в отношении виновных. И также надеемся, что вся система избирательной комиссии вынесет определенный урок из этого дела, из этого судебного процесса. И впредь не будут нам препятствовать.